Ребят, смотрите, едва здесь вот собака человека своего выгуливает. Конечно же, их нет. Оп. Ну, в один вечер мне друг скидывает ролик, где люди сидят и вот так вот ноги скрещивают. Три человека скрещивают ноги, а в конце собака скрещивает лапы свои. И все-таки ха-ха-ха смеются. Я снимаю пародию и говорю другу: смотри, я выложу в ТикТок, наберет 4 просмотра. Выкидываю в ТикТок, и видос набирает 600 тысяч просмотров. Такой: так, ладно, начнем этим заниматься параллельно. И начали просто выкладывать, не запаривался, смешные какие-то видосики, моменты с нашей дрессировкой. Нас начинает замечать, и мы можем помогать нести в массу какую-то информацию о собаках, чтобы потом, когда люди завели собаку, они понимали, что с ней делать.